Верховном суде Республики Крым была рассмотрена апелляционная жалоба в защиту гражданского активиста Дмитрия Кисеева на постановление железнодорожного суда, в соответствии с которым ему дали 15 суток административного ареста за якобы неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Сотрудники полиции, которые задерживали Кисеева, были допрошены в судебном заседании. Основание для проверки документов Дмитрия Кисеева явилось то, что он был одет не по погоде, в длинное пальто и имел бледный вид лица. Именно поэтому, именно неподчинение этим законным требованиям сотрудников полиции и явилось впоследствии основанием для его задержания и административного ареста. Хотя в судебном заседании также было подтверждено свидетелями, в том числе, то, что Кисеев показал им паспорт, просто отказался передавать паспорт в руки сотрудников полиции.